Пенелопа ждет, а ветер гуляет. На Камчатке снимают фильм о лисах, рассказали в Кранотском заповеднике. Выбор авторов проекта «Камчатка. Рассказ в лисах» пал на семейство, которое вывело потомство в Кранотско-Богачевской тундре. Пара лисиц воспитывает 4 детенышей. Отец лисьего семейства молод и, скорее всего, стал отцом впервые. Выводок из 4 лисят его пугает, поэтому он, как воскресный папа, может по несколько дней не появляться у норы. Зато во время визита всегда приносит гостинцы – пойманных полевок, сусликов или мелких птиц. Мать семейства, ухаживая за лисятами круглосуточно, ждет своего партнера. За это сотрудники Кранотского заповедника дали лисицам имена «Пенелопа», потому что преданно ждет, и «Ветер», потому что вольный. Съемки фильма ведутся с расстояния, которое позволяет не тревожить героев будущей киноленты.